Так, всем снова здрасте. Такая вот у меня новая ручка. Это фея-бабочка. В общем, надо сделать подарочную упаковочку. Вот эта туба от этого. А, тут была намотана фольга. Фольга кончилась, вот такая трубочка осталась. Мне надо сейчас ее заделать и сделать красивую из нее. У меня есть шпон такой вот ореха. Сейчас я собираюсь ее обклеить и сделать затычки две. Ну, одна, естественно, чтобы открывалась. Донышко я сделаю из газеты. Порезал кусочками газету. Сейчас сверну по диаметру этой трубки. Резинкой замотал. Так, пусть сохнет. Так, тут уже на следующий день снимаю. Клею уже который раз. Переклеиваю. Это особенно стык. Не получается ровно отрезать. Поэтому я тут вот уже заклеиваю. Так, в общем-то, приклеилось все. Так, сейчас я здесь тогда пойду зашлифую. На станочке ровненько, чтобы было. И сюда приклею эту заглушку такую. Ну, а здесь отрежу, подровняю. Буду пробку делать. Друзья, практически готов пенал. Дно приклеил. Тут пошкурил. Отрезал ровненько. Единственное, здесь вот клей белый. Поэтому закрашу карандашом. В общем, ну, недолго думаю, в общем, вторую трубку взял побольше. То же самое обклеил. Самое главное смочить с наружной стороны. Тогда шпон сам скручивается вокруг. Внутри ток промазывай. Ну, резиночка потом раз, и все, вот, держится. Но еще не шкурил. Сюда осталось, значит, пробку сделать. Такую. Тоже с ореха, думаю. Но это уже токарить идти надо в гараж. Сейчас пока холодно. Неохота. Друзья, с токарным станком я решил не заморачиваться. Просто сделал с двух частей составную крышку. Значит, с фанерки вырезал. Высверлил фрезой. Получился такой вот кругляшок. Я его обточил на наждаке. Да, приемлемо. Ну, для того, чтобы он втыкался. Вот. И эту бабушку просто из ореха квадратик вырезал. Также обточил на наждаке до круга. Ну и все это дело соединил. Сейчас еще приклею здесь. Довольно-таки плотно сидит. Все, на этом, собственно, пенальчик считаю готовым. Единственное, лачком его покрыть, чтобы блестел. И все.